все зависящее от него в мужских одиночных соревнованиях, поддерживает танцевальный дуэт Пайпер Гиллис и Поль Пуарье. Это фигуристы, которые ни на кого не похожи, которые не стесняются собственный избранный путь настаивать на том, что именно он является единственно верным. Разница между ними и Степановым Букиным по итогам первого дня была крошечная, минимальная, 35 сотых всего-то. Не знаю, конечно, если честно, я вижу уже сейчас по оценкам, что судьи оценили, ну, вот выше эту программу, но возможно,
возможно, меня упрекнут в национальном пристрастии, но мне однозначно понравились Саша и Ваня больше. Какую оценку получат канадцы, мы узнаем с вами после очень короткой рекламной паузы. Не отлучайтесь ни на секунду. Решающие минуты чемпионата мира грядут, и сейчас мы досматриваем самые эффектные моменты танца лидирующего канадского дуэта, который борется сейчас за места на чемпионате с нашими чемпионами, со Степановой Букиной. Ну, еще раз говорю, конечно, пара великолепная, и, конечно, технический арсенал очень высокий. Но вот я сейчас смотрю, такая разница в их пользу над Сашей и Ваней, специалистом виднее, но по-моему, сами не ожидали таких оценок. Ну, оценки, потому что очень высокие. Ничего близко никогда у них не было, даже похожего. А сейчас они получают почти 131 балл, 215, они сами в шоке. Юрий Разгуляев в приятном шоке. И это новые лидеры чемпионата мира. И сейчас у меня такое ощущение, что еще и американцам-то будет очень тяжело. Тоже в шоке, потому что, еще раз подчеркну, Саша и Ваня сегодня были великолепны.